Всем привет! Это снова Сергей Коростелев и наше субботнее послание. Ну, хотя, возможно, вы его смотрите не в субботу. Вот. В каждую субботу на нашем канале выходят такие так называемые лекции о Боге, в которых мы делимся посланием которое есть на сердце и это послание для различных людей но в первую очередь для блогеров бизнесменов предпринимателей и лидеров то есть тех людей которые хотят что-то делать действовать влиять и менять этот мир чинить этот мир и так далее почему этот канал называется бизнес по-честному да несмотря на то что здесь мы говорим о боге и у многих это не укладывается ну вообще то есть здесь сначала нужно так скажем Узнать мою всю историю, да, о ней вы тоже можете узнать на канале. То есть есть прям там различные мои свидетельства, э, как судьба. И также вы можете э, вот, найти мою книжку Бизнес по-честному, ссылка будет в описании, либо просто можете найти ее в магазинах э, сети Эксмо, да, в Читай городе, либо на Озон, на Wildberries и прочитать всю историю. Почему? Потому что я являюсь э, человеком, да, призвание которого раздавать удочки, и Бог так сделал в моей жизни, что я верующий человек, то есть я служу в церкви, да, но большую часть своей жизни я занимаюсь бизнесом, и для меня бизнес это служение. Вот, поэтому здесь на этом канале и про бизнес, и про мышление, и про а, то, как строить бизнес-сообщество, про наше видение миллион миллионеров. И, конечно же, а, красной нитью, да, и ключевой, это идет проповедь Евангелия. Потому что, по большому счету, а, моя основная миссия, мое основное предназначение, это говорить людям о Боге доступным языком. И поэтому, если у вас есть в жизни, возможно, какая-то яма сейчас, да, а, духовный упадок, или, наоборот, может быть, подъем духовный, да, и вам необходим ну, такой качественный хлеб с небес, да, как написано в Матфея 4.4, да, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, вот, или возможно, что вы находитесь в духовном поиске, да, вы вообще не церковный человек, и вас просто интересует эта тема какого-то духовного развития, то добро пожаловать на наш канал, добро пожаловать на, на наши лекции о Боге, на наши подкасты, рекомендую все пересмотреть, вот, а там есть очень много интересных тем, очень много интересных посланий, а сегодня мы будем говорить на фантастическую тему. Я считаю, что об этом вообще очень мало проповедуется, очень мало говорится. Сегодня у нас будет с вами такая тема: Бог, Бог умножения. Ну, то есть вот кто такой Бог, как Бог умножения. И мы знаем, что у Бога очень много имен, да. Однажды э, на одной библейской школе, да, есть такой урок имена Бога, да. И учитель, который проводил этот урок, он задал задание одной ну, категории, группе да, учеников и сказал, выучите имена Бога. Ну и на следующий день он приходит там, на следующий урок и начинает спрашивать. И там все там, называют имена Бога. Да? Один там говорит, там Саваоф", там другой Иисус, там да? третий там Аданай, там да? четвертый Рафа. Да? Там, и у Бога огромное количество имен. И тут одна сестра вдруг такая поднимает, тянет руку, тянет руку, я еще знаю одно имя, ну и учитель такой спрашивает, говори, и она говорит, и посей, да, вот. и все такие раз, раз, как бы, это что за имя такое у Бога и посей, да, мы, говорит, никогда такого не слышали, говорит, в Библии об этом не написано, она говорит, ну и что, что не написано, да, мы же, говорит, в церкви поем песню, да, возьми меня, отец, в свою святость, возьми меня, как зерно, и Посей, да, вот и она сделала вывод, да, что имя Бога и Посей. И мы очень часто с друзьями шутим, да, у нас э, э, в нашем комьюнити, да, то есть присутствует чувство юмора. И когда кто-то не хочет жертвовать, к примеру, да, или кто-то вдруг не хочет э, сделать какие-то, ну как бы добровольные пожертвования, да, или куда-то посеять деньги, мы говорим, слушай, тебе просто не открыто имя Бога и Посей, да. Вот, тебе нужно, чтобы к тебе пришел и Посей и сказал тебе возьми финансы и Посей, да, возьми зерно и посей вот ну вы меня уж простите за мой юмор да вот э, у нас э, тоже у христиан как бы классное чувство юмора мы можем как бы, такими нашими какими-то внутренними темами да но тут как говорится кому открыто тому открыто конечно такого имени э, и посей в, в Библии нет да вот то есть но вот сестра такое прозвище Богу приделала и я сегодня хочу сказать об одном из имен Бога, да, об одном из характере Бога, об одном из сверхъестественных таких функционалов, да, способностей, характеристик Бога, это умножение. И давайте мы прочитаем Евангелие от Луки, 17 глава, 5 стих. И здесь написано, и сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. И Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». С конца стиха, да, вот, это Бытие, 9 глава, 6 стих. «Ибо человек создан по образу Божию». Да? И я сейчас объясню вам, что это значит. То есть, смотрите. У нас есть два места писания ключевых в этой проповеди, да, что э, ученики приходят э, в Луки, да, и спрашивают у Иисуса Христа, и говорят, умножь в нас веру. То есть они приходят к Богу как Богу умножение, вот. А, и есть второе место, да, это Бытие 9.6, ибо человек создан по образу и подобию Божьему. И вот э, давайте начнем со второго стиха. Я хочу, чтобы мы это все как бы осознали и поняли, э, у нас есть вот, э, наша программа мышления царства, да, это программа по трансформации э, личности, да, по переходу в новое измерение, в новое мышление, э, по переходу да, в мышление изобилия, из мышления убытка, да, в, в переход э, в мышление служения, из мышления потребления, да, э, переход из мышления э, нищеты, да, в мышление богатства, изобилия и так далее, и так далее, и так далее. То есть такое царственное, Мышление, вот, мышление Царства Божьего. Об этом есть отдельная, вот, прям, серия проповедей. Можете посмотреть. То есть я об этом очень подробно рассказываю, что такое мышление царства. Так вот, э, в мышлении царства э, есть прям целый урок про то, что человек это творец. Да? И нашим э, образом, да, вот образом Божьим внутри нас является наша бессмертная душа. То есть, по факту, каждый человек бессмертен. Так или иначе, да, наша душа, она бессмертна. И подобием да, Божьим является наша удивительная способность творить. Как бы мы являемся тем, кто может копировать как бы, да, способность Бога творить. И по большому счету, да, вот на сегодняшнем слове, да, на сегодняшней лекции о Боге, мы с вами разберемся в том, что оказывается, что если наш Бог, он Бог умножения, то и мы, как люди, мы имеем способность что умножать. Но, а возвращаясь в Луки, мы видим, что ученики приходят и говорят: умножь нас веру! То есть Бог умножения, обращаемся к Тебе, говорим: умножь нас веру, умножь нам финансы, умножь нам там еще что-то. Да и им Иисус отвечает одну очень интересную версию, да, и он нам говорит, ребята, если бы у вас было хотя бы что-то, ну вот хотя бы вера бы у вас была в горчичное зерно, вы могли бы горы двигать, я бы вам это умножил без проблем. И вот здесь смотрите, в чем есть сложность, в том, что 0 умножить нельзя. Давайте еще раз, да, 0 умножить нельзя. Даже на 0 разделить нельзя. Вот давайте, 100 умножить на 0, сколько будет? 0. Тысяча умножить на 0. 0. Миллиард умножить на 0. 0. 000 000. 0 умножить на миллиард. 0. Все равно 0. 0. И вот в чем смысл ничего, да, что ничего, сколько не умножай, это все равно будет ничего. Однажды я был на э, одной, одной церкви, да, я выступал перед тысячной аудиторией, вот, и я там провел такой эксперимент. Я вызвал на сцену двоих добровольцев и говорю, ребята, вот э, кто хочет, чтобы я умножил ваши деньги, они такие оба, я там были парень и девушка, да, и я говорю, давайте ваши деньги. И девушка достает горсть мелочи, там, у нее было, там, э, ну, не знаю, там, 43 рубля, там, может быть, даже вообще, там, какие-то, а, 4 рубля, там, с чем-то у нее было, по-моему, ну, просто горсть какая-то, копейки какие-то, там. Она высыпала мне в руку. А этот парень он такой: раз-раз, раз по карманам, у меня денег нет. Да? А я достал 5000 рублей и просто отдаю этой девушке. Я говорю, вот, держи. Я говорю, я умножил твои деньги. Мы потом посчитали, что я там примерно 800 раз, по-моему, умножил ее деньги, если мне память не изменяет, да. Ну, то есть, вот эту мелочь она превратилась в 5000. И в этот момент из его, из, из зала, да, бежит какая-то девушка. И такая кричит такая: Он это мой парень, вот держите деньги, да, то есть она увидела, что я умножаю деньги. И я говорю, подождите, стоп. Да? У нас вот был э, вот этот момент, да, когда у него была возможность умножить, но у него ничего не было, он ничего не принес, да, он ничего не, по, не, не, не дал, как бы, да, на вот, этот, э, на вот эту кафедру, за которой я стоял. Да, он ничего не принес. И я теперь не могу ничего умножить, потому что вы хотите, ну как бы, исправить, изменить эту ситуацию и задним числом это сделать. И вот этот пример он очень круто иллюстрировал э, нашу жизнь, что мы очень часто хотим, чтобы в нашей жизни что-то началось умножаться: доход, здоровье, э, личностный рост, там э, духовные какие-то, да, моменты, то есть там таланты наши, дары. Вот, но к сожалению. То есть мы приходим к Богу с нулем, и вот здесь, знаете, есть такая история да, интересная, что даже минус может умножиться. Да? Вот минус на минус, если мы умножаем, что получится? Ну, то есть, можете провести урок по математике, да, то есть, да, мы поймем, что оказывается, то есть, что даже если мы приходим с чем-то, с минусом, хотя бы с Богу, Бог может наши минусы, как Станислав Ежелец был, да, такой э, поэт, он говорил, два минуса крест-накрест, да, крест-накрест умножение дают один огромный плюс, да, то есть, и бывает так, что даже, ну, как бы, два человека отрицательных, они вместе сходятся, и если Бог приходит, да, в эту ситуацию то Бог делает крест на крест, да, то есть крест вот, из двух минусов и крест Господа. О, да, если люди переживают этот крест в своей жизни, потому что крест это тоже, ну, как бы, не только плюс, да, это еще и крест, как бы, как крест умножения, то с ними может произойти такое, что они становятся плюсом вместе. Это парадоксально. И э, давайте откроем еще раз, да, Бытие 9 главу и прочитаем уже 7 стих. И дальше, да, человек создан по образу и подобию Божьему. И дальше Бог говорит, вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. То есть смотрите, что мы видим? Мы видим, что одна из первых заповедей была, чтобы люди двигались в умножении. Чтобы, чтобы мы двигались в умножении. То есть размножались, умножались на земле. То есть в геометрической прогрессии. И... Давайте прочитаем еще Бытие 16 главу 10 стих. И сказал, да, Сара, Саре Бог говорил о себе. То есть Бог говорит Саре о себе. Сара это жена Авраама, которая родила там в 90 с лишним лет, почти в 100 лет, да. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. То есть и что говорит Бог? Дальше, Бытие 22 глава, 17 стих. Аврааму Бог о себе, то я благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое. Так звезды, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. Да? Дальше давайте, что Бог говорит Моисею о себе, да? Моисей, точнее, нам говорит о Боге. Второзаконие, первая глава, 11 стих. Моисей говорил о Боге. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. И что мы видим? Мы видим, что Бог сам о себе говорит. Он говорит: "Я Бог умножения. То есть я Бог геометрической прогрессии. У нас в нашем сообществе, в нашем комьюнити, да, предпринимателей, блогеров, лидеров э, есть бизнес-клубы, да, и есть большое сообщество, э, которое сейчас двигается в умножении. Ну, то есть мы каждый месяц открываем по несколько клубов. То есть это даже не прибавление, то есть, а мы умножаемся. То есть там было 2, стало 4, было 4, стало 8, да, было 8, стало 16. Также у нас есть такая игра миллиарды, где мы все вместе собираемся, да, и там каждый день у людей умножаются Баллы, которые, а, то есть ты просыпаешься с утра, у тебя 200 тысяч, на следующий день 400 тысяч, 800 тысяч, там, миллион шестьсот, три двести, шесть четыреста, то есть это что? Это умножение. То есть таким образом мы практически показываем людям, как Бог может двигаться в твоей и моей жизни. И здесь вопрос, что так же, как с учениками, да, что очень часто Бог, как Бог умножения, он не открывается для нас. Почему? Да все просто, потому что мы не даем Богу умножать. Вот знаете, когда Иисус Христос пришел в свое селение, да, где он жил, он написано, только некоторые исцелились, немногие написано. Почему? Потому что они не принимали Бога в своем отечестве мы не пророки, да, вот есть такое выражение, Иисус говорит там, да, ну, тяжело пророку в своем отечестве. Почему? Потому что эти люди, они не принимали Иисуса Христа как исцеляющего Бога. То есть они говорили, да это просто Иисус, это просто какой-то парень, э, который с нами вместе играл в футбол, там, ну, конечно, они в футбол не играли, я шучу, да, ну, там, точил э, ножи, там, был плотником, бегал с нами вместе, да, там, по пустыне. То есть, и они не приняли это. Почему? То есть, мы не принимаем Бога, и поэтому Бог не действует так в нашей жизни. Вся проблема не в Боге, а в человеке. То есть он говорит, умножь нас веру. Он говорит, если бы у вас была вера, я бы умножил. Вот так он отвечает им, только другими словами. Он говорит, слушайте, если бы у вас было горчичное зерно, хотя бы один, хотя бы чуть-чуть, да, хотя бы ноль-ноль-ноль Там, да? Есть такая формула, может быть, видели, да, там, если мы умножаем там, 0, там, вот столько-то на на вот столько-то, да, у нас потом раз, и это число сверхъестественным образом вырастает. Если у нас просто там, да, ничего, то у нас остается ничего. И э, притча, 9 глава, 11 стих. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. То есть, смотрите, Бог опять же здесь говорит, что Он не только Бог прибавления, но Он и Бог умножения. И... Исаия 9 глава 7 стих, у нас так много мест сегодня будет, да, и я хочу, чтобы вам открылся характер Бога умножения, Бог умножения, как бы Бог, который не просто прибавляет, а который может умножить, который может размножить, и Исаия 9 глава 7 стих, умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правда отныне и до век. То есть умножению владычества нет предела. То есть, у Бога нет предела. Бог он бесконечен. И также умножение его бесконечно. Даже таких чисел еще не придумали люди. Сексилиард, сексилиардов триллионов. То есть сколько может сделать Бог? Потому что Бог он вне чисел он вне букв, он вне алфавитов, он вне каких-либо любых, хоть логарифмических, хоть тригонометрических, хоть геометрических, хоть алгебрических исчислений. И дальше, да, Матфея 13 глава а, с 10 стиха. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал ему в ответ, для того, чтобы вам, для того, он сказал ему ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного. Ибо а кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Интересно. То есть смотрите, кто имеет, тому дано будет и приумножится. Умножается у того, кому дано и у кого есть. И это вопрос призвания. И вопрос исполнения этого призвания, то есть, другими словами, у тебя есть какой-то талант, да, тебе это дано, дальше ты, ну, ты должен это реализовывать, да, и в этой же притче так и есть, он говорит, они говорят, объясните, как так-то, почему несправедливость такая, что у этого 10 было, да, и он приумножил, про таланты, да, притча, а вот у этого был один, он закопал и не стал приумножать, то есть, как было один, так и осталось как было, да, ну, то есть даже не про ноль тут, а про горчичное зерно, про единицу, он не стал приумножать, он не отдал это в рост, он не отдал это продающим, как другим, он не стал что-то делать с этим, какие-то действия, и несправедливо, в смысле, у этого, которого один, у него забирают один и отдают тому, у которого было 10, у него же и так много, и, знаешь, часто ты и я, мы видим в своей жизни вот эту несправедливость жизни, как мы думаем. Мы такие думаем, почему вот у этого столько денег, или почему у этого э, там столько детей, или почему вот у этого столько всего, почему у него все приумножается. А у меня, у меня вот, ну, совсем чуть-чуть, как бы, да, я вот это храню, я вот за это держусь обоими руками, как бы закапываю это куда-то, да, там, стесняюсь постоянно, не хочу это как-то развивать, не хочу это вкладывать, не хочу это инвестировать, не хочу как бы платить цену. И у меня почему-то ничего не упряжает. А потом еще происходит так, что у меня и это забирается, отдается как бы другому человеку. Это же вообще несправедливо. Ты сидишь и ропчешь на Бога. Но Бог, он говорит, подожди, кто имеет, тому давно будет и приумножиться, и умножается у того, кому дано, у кого есть, и кто-то что-то делает с этим. Кто делает так, что для Бога ты начинаешь умножать? То есть смотри, у тебя что-то есть, там 10, 1, 2, 5, неважно, он говорит там, я тебя подставлю потом над большими городами, да, я тебе отдам, э, еще заберу у тех, у кого совсем немного, и тебе отдам. Ну, несправедливо? Справедливо. То есть с точки зрения Бога, с его сакрального, божественного взгляда, это очень справедливо. А почему? Потому что человек, он развивает то, что Бог ему дает талант, он а, прибавляет как бы да э, и умножает э, финансы, вот э, свои какие-то э, достижения, то есть он дальше двигается, он дальше развивается, он не закапывает свои таланты в землю, он не э, делает какие-то вклады, да, знаешь, у человека просто деньги лежат и все, да, и никак не работают. Бог говорит: приумножай, инвестируй. Делай так, чтобы как бы эти деньги, эта прибыль начинала служить мне, чтобы она начинала служить другим людям. И это очень важный момент для того, чтобы дальше как бы в это погрузиться. Давайте прочитаем от Матфея 14 главу с 15 стиха. И здесь написано, когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал им, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву и взял пять хлебов и две рыбы, немного, совсем немного. Возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу, и ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И что мы видим? Мы видим сверхъестественное Божье умножение. То есть он взял материальные вещи, хлеб и рыбу, материальные вещи, и их умножил. Не каким-то магическим образом, а через учеников. То есть смотрите, как хочет двигаться Бог. Он опять же говорит, он говорит, слушай, я хочу взять тебя и сделать так, чтобы ты как бы был сосудом, был трубой, через которую я действую в своем умножении, чтобы я был тем человеком, который сегодня влияет. И я хочу умножать через тебя, умножать людей в церкви, умножать граждан Царства Небесного, сделать тебя проводником, сделать тебя сосудом, сделать тебя бизнесменом, да, у которого будут деньги умножаться, капиталы умножаться, рабочие места умножаться, сделать тебя служителем, который делает как бы большое дело, сделать тебя благотворителем, у которого будут умножаться благотворительные проекты, сделать тебя матерью и отцом, у которого будут умножаться дети, внуки, правнуки, понимаете? Чтобы изменить демографическую ситуацию в стране. И а, что говорит Бог? Он говорит... Ребята, вы это будете делать. <свят> да? Я вам помогу, но делать это будете вы. Здесь написано, он сказал, принесите их мне сюда. И что говорит Бог? Он говорит, сначала принесите мне то, что у вас есть. Принесите мне эти финансы, принесите мне эти дары, принесите мне эти таланты, принесите мне эти идеи, принесите это мне. И он говорит, Бог, он говорит, принесите мне не для того, чтобы отнять у вас последнее. Как часто, знаете, люди думают, вот сейчас Бог придет и все и заберет у меня, как бы, знаете, две лепты мои. <laughs> вот и ты сидишь, как бы, ты еще не вдова, а ты уже как вдова, как бы, да. То есть уже все, оплакал эти лепты и как бы, у, сейчас я умру, и сын мой. Но нет. Принесите мне не для того, чтобы отнять последнее, но чтобы умножить то, что есть. И знаешь, это касается и жертвы, это касается и финансов, это касается и даров, это касается и талантов, это касается и дел. То есть, когда мы искренне приходим к Богу и говорим, Господи, у меня вот это есть, я приношу это тебе, я готов это отдать. Как Авраам, когда он принес Исаака на жертвенник и хотел его уже зарубить, и Бог остановил да, его руку в последний момент да, через там, своего ангела. И тогда только это семя, как бы, да, этот Авраам, как бы, и этот Исаак, да, его семя, начало умножаться, хотя до этого было обетование, то есть, что произошло, пока ты не принесешь своего Исаака, на жертвенник, пока ты не доверишь Богу то, что у тебя есть, и финансы, и дары, и таланты какие-то и так далее. То есть не произойдет никакого умножения. Пока ты будешь держаться за это, пока ты будешь закапывать это, пока ты будешь хранить это и не доверять Богу, не произойдет никакого умножения. Бог не откроется в твоей жизни, как Бог умножения. И смотрите, размножение это то, что Бог положил в творении и людях. Вся природа устроена так, ну то есть мы размножаемся естественным путем, но умножение ⁇ это сверхъестественный божий процесс, который рождается в духе и разуме, а потом уже на Земле. То есть сначала Бог говорит Аврааму, говорит, посмотри, Авраам, на звезды, посмотри на песок. Ты даже не можешь вместить в себя то, что я сделать хочу. Я тебе просто показываю про образ звезды песка. Кто из вас посчитал звезды? Я недавно узнал, что мы люди всего 5% вообще видимых звезд только изучили. А сколько их еще невидимых? понимаете, до которых даже наши телескопы не добрались. И если мы вот поднимем глаза, мы ну, вот такой Авраам, который стоит, да, там в Израиле, в обетованной земле, он поднимает глаза и, и попробуй пересчитать звезды. То есть ты никогда не пересчитаешь. Поэтому Бог тебе сегодня говорит, говорит, посмотри на звезды, посмотри на песок, посмотри, визу, визуализируй, будь тем человеком, который видит как бы то, что Бог хочет сделать в жизни. Не закапывай свои дары, не закапывай свои таланты, приобрети вот это мышление царства. И у Умножение происходит сначала в духе и в разуме, а потом на земле. Если э, мы проводим э, да, какие-то, допустим, наши обучения, да, или я очень часто проповедую об этом, прежде чем все появилось в моей жизни, вот прежде чем эта книга появилась и, и ее тираж размножился, да, там 3000 книг ну вот первый тираж. То есть прежде, где эта книга была, она была во мне. Она была в моем разуме. Потом я начал это говорить, провозглашать. Я говорил, я напишу книгу, я напишу книгу. Мое окружение, многие смеялись. Говорит, какая книга, кто ее будет читать. Даже мой, один из моих служителей старших, да, когда я ему сказал много лет назад, он приехал к нам проповедовать. Я говорю, я напишу книгу. Вот, он посмеялся и сказал, Сергей, ну чтобы написать книгу, надо сначала кем-то стать. Я говорю, как только я стану кем-то, хотя я уже кто-то, потому что я в Боге уже кто-то, понимаете? в глазах Бога, знаете, вот есть такая картинка, э, котенок смотрит в зеркало и видит льва, да? Вот в глазах Бога ты лев, ты львица. Может быть, ты сейчас еще малый, если тебе даже какой-то человек, может быть, со стороны, может быть, даже твой старший брат или какой-то служитель, он тебя умоляет и говорит, тебе надо сначала стать кем-то, ты уже кто-то. И я тогда родил в духе эту книгу, Тогда я родил в духе служения, родил в духе, и Бог показал мне это, то есть бизнесы разные и так далее, понимаете? Даже когда мы, как бы, дети у нас рождались, мы их сначала в духе рождали, знаете, прежде чем сексом даже заняться, мы уже такие планировали это, мы видели это, представляли, какие у нас будут дети. Это вот так работает. И Бог говорит, принесите мне не для того, чтобы отнять последнее, а для того, чтобы умножить то, что есть. То есть Бог и поэтому говорит, жертвуй, приноси, делай, вкладывай, я хочу умножить, не чтобы у тебя отобрать. И когда мы видим бедную сарепскую вдову, которая стоит с последними лепешками, и к ней приходит Божий человек и говорит, послушай, накорми меня, отдай мне то, что у тебя есть, да? Ну как бы принеси, вот, она сразу, как мы все, мы такие, в смысле, сейчас ты у нас, Господи, заберешь, и я, у меня и так последнее уже, вот у меня последние, там, тысяча рублей, как, у меня вообще ничего больше нет, да, вот. Но когда начинается умножение? Умножение начинается тогда, когда она принесла. И следом, да, Божий человек, да, Бог через Божьего человека начинает умножать сосуды начинает умножать масло, начинает как бы, делать так, что э, пока сосуды не кончили, все это умножалось. Понимаете? Опять же, да, предел некий есть наш человеческий. Бог беспределен. У него нет предела. И процесс умножения и размножения отличаются в корне, потому что умножение происходит в семени. В семени. Вот знаете, рыбки, они в аквариуме размножаются. Ну, закидываешь, да, рыбок, они размножаются. Кролики, вот у меня есть сосед, он кроликов разводит, да. Я говорю, слушай, говорю, а, интересно у тебя, ну, он как бизнес, да, он да мясо продает и так далее. Он говорит, кролики вообще нормальная тема, да. Это не только ценный мех, да, помните, но ну, это и 2-3 килограмма вкуснейшего диетического мяса. И он говорит, все, что нужно, это мя, это яму, да, он туда бросает кроликов, и они начинают размножаться там, да. Вот. И, ну, понимаете, как бы, Бог... Он не просто Бог размножения, потому что у размножения всегда есть предел. А у Бога предела нет. И поэтому Бог, он Бог умножения. И смотрите, Бог будет умножать для того, чтобы другие пользовались. Да? Но им он оставил 12 корабов. И дело не в магических цифрах. То есть мыши, мышление людей наше, естественно, говорит, что у меня всего 5 хлебов и 2 рыбы. Бог же говорит, у вас есть все, дайте им есть, и у вас еще останется. И вот когда мы рассматриваем ресурсы, которые у нас имеются, не как наше мышление, когда мы говорим, да у меня совсем мало денег, я живу в маленьком городе, я хожу в маленькую церковь, я такой маленький, такой вот просто мизерный человек, да, но Бог вообще по-другому смотрит, он говорит. Вылазь, Гедеон, из своих точил. Да? Я сейчас начну как бы тобою действовать, тобою побеждать. Я умножу тебя и размножу. И он берет пять хлебов и две рыбки. У него какого-то мальчика, да, там берет это, они это находят. И вдруг это начинает умножаться. Вдруг это начинает служить людям. И самое, что интересное, что то, что у тебя было вот эти пять хлебов и две рыбки, это превращается в 12 коробов. И ты понимаешь, да, вот кто э, слышал уже, да, мое свидетельство про трубу, да, и ты понимаешь, что я это труба, я это сосуд, я это божий инструмент, через который благословляется большое количество людей, когда ты двигаешься в умножении, ты начинаешь влиять на огромное количество людей. Почему? Потому Потому что ты, Вася, да, баста пел, да, учитель умножается в своем ученике, да. Ну, то есть, ты, когда делаешь учеников, ты, когда помогаешь людям реализовываться, делаешь лидеров, вот мы делаем миллион миллионеров. Почему? Потому что я знаю, что я не сделаю миллион миллионеров сам. Потому что путем прибавления, путем размножения это не сделать. Но я знаю, что путем умножения, путем того, что включится геометрическая прогрессия, да, и будет большое количество людей, как бы делать то же самое, что делаю я, тогда включится умножение, тогда это при моей жизни сможет реализоваться. Это не так много, на самом деле это э, можно сделать там за несколько лет при правильном подходе и при Божьем благоволении. И поэтому, друзья, сегодня вот у меня э, такое к вам послание. Просто активируйте умножение в своей жизни. Активируйте. Мы на нашей программе Ушледия царства очень много говорим об этом. У нас есть целый блок про призвание и про жизнь в умножении, как практически сделать так, чтобы у вас начали умножаться филиалы, к примеру, в компании. Да, вот у меня вот больше 200 филиалов сейчас различных. Как сделать так, чтобы э, умножались финансы? Как сделать так, чтобы выручка умножалась и для этого нужно стать вам самому X лидером так называемым да человеком умножения то есть нужно дать возможность Богу сделать из вас совершенно другого масштаба человека совершенно другого масштаба личность вам нужно стать человеком умножения не человеком прибавления не человеком который говорит ой э, 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 и, и и прибавится да? А стать человеком, который говорит, я сегодня хочу, чтобы Бог действовал через меня в умножении. Если ты этот человек умножения, напиши обязательно об этом в комментариях. Если ты хочешь им стать, тоже напиши. И вообще, поделись этим посланием в своей церкви, в чатах, в которых ты состоишь, в своей семье. Я думаю, что есть огромное количество людей, которые, возможно, не знали, что Бог может действовать в умножении, либо забыли об этом. А это так. Наш Бог, Он ревнитель. Наш Бог, Он есть Бог умножения. С вами был Сергей Коростелев. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик чтобы э, получать напоминания и комментируйте, делитесь этим посланием с друзьями, знакомыми и своими близкими. Пока, друзья, я хочу пригласить вас на программу мышления царства. Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача переключить ваше мышление состояние убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе. Найдете рычаги для роста и масштабирования. Разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей, она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым, а также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более тысячи людей прошли наше обучение и кратно выросли в доходе, нашли свое призвание и умножились в бизнесе и служении. Я решил подарить вам доступ к одному из уроков мышления царства. Посмотрите его, и тогда многое в вашем мышлении и бизнесе изменится. Ссылка в описании.